Привет, я Алексей Верьянов, генеральный директор Веско Групп и совладелец компании Веско Construction, которая специализируется на проектировании и строительстве индивидуальных каменных домов премиального сегмента. А это мой личный блог «Владение, движение, творение» или коротко «ВДТ» – ваш гайд по архитектуре и строительству. Уже более 17 лет я работаю на этом рынке и знаю его изнутри. Мой опыт показывает, что в сфере строительства существует дефицит достоверной и исчерпывающей информации. Мой блог – открытый для дискуссий разных экспертов площадка, где мы говорим о современной архитектуре, об особенностях строительного бизнеса. Здесь вы узнаете, как функционирует строительная компания, в чем особенности современных домов, с какими вопросами вы столкнетесь при реконструкции дома, чем отличаются дома на продаже от построенных для себя, какие возможности дают современные инженерные решения и в чем особенности эксплуатации загородных домов, есть ли капитализация у строительной компании и многое другое. Мы обсудим специфические бизнес-вопросы с руководителями строительных компаний и опытными архитекторами. В моей студии уже побывали Александр Дубовенко, Семен Гоглев, Владислав Капица, Саша Лукич, Александр Эрман и многие другие. С экспертами мы обсуждаем, как выстроить маркетинг строительной отрасли, в чем точки роста строительных компаний, архитектурных бюро и как IT-решения помогают в бизнесе. Если вы профессиональный строитель, архитектор, дизайнер интерьеров или современный вдумчивый заказчик строительных услуг, жмите на кнопку «Подписаться», присоединяйтесь к моему каналу, давайте владеть, двигаться, творить вместе.